В Якутске проходит семинар «Психология. Взгляд изнутри». Два дня в Центре социально-психологической поддержки семьи и молодежи продлятся обучающие мастер-классы с участием более 70 психологов из разных уголков республики. Мероприятие проводится в 16 раз. Специалисты проводят мастер-классы по экстренной психологической помощи в чрезвычайных ситуациях, профилактике наркомании в подростковом возрасте и по другим актуальным вопросам психологии. Участникам семинара предстоит соревнование в конкурсе «Лучший социальный педагог», а также онлайн совещание со специалистами психологического центра МЧС по Дальневосточному округу. Сегодня на мастер-классе по нейропсихологии специалисты рассказали участникам о методах лечения аутизма и гиперактивности у детей. Этап работы, конечно, долгий, но здесь со стороны родителей и педагогов нужно терпение и работоспособность, то есть побольше работать над собой. И сегодня вот у нас собрались на семинаре психологи района, да, которые тоже будут применять данные методики в своей работе. Почему? Потому что тоже в районах очень много таких проблем. Дети гиперактивностью, да, невнимательностью. Да. В основном здесь очень результат работы смотрится до 13 лет.